Главная задача, отмечает министр, это обеспечение ветеранов не старым, вторичным, а именно новым, комфортным жильем. То, что в Димитровграде эти условия с успехом реализуются, Михаил Шканов отметил особо. Я даже нисколько не сомневался, что здесь будет все по уму. Видите, уже и кабель подвели, и водопровод, канализация, все сети. Так что очень доволен. И через буквально еще месяца два сюда въедут 8 ветеранов. Прибежи семей, которые бежит, которые это доступное жилье. И вот надо в каждом районе, в каждом городе вот такие места искать. По срокам идут работы и на втором адресе, где побывал министр. На Чкалова, 56. 2/3 монтажа цокольного этажа сделано за этот месяц. Котлован, фундамент, обратная засыпка, цокольный этаж. Начинаем перекрытие. Идем по графику. Особо радует и то, что никакие природные аномалии строительству не помеха. И вот сейчас вы уже видите, что значит, вот условия июньского. Это дожди. Вот вы, ребят, здесь человек. Такой громадный я считаю объем. Поэтому очень здорово. Пусть работают, будем помогать. Виктория Меметова, Виталий Немов, новости Димитровграда.